Большой городской спортивный праздник «Эстафета на призы» газеты «Грани» стал в нашем городе ежегодным и собирает тысячи горожан и гостей города. 6 мая состоялась 27-я легкоатлетическая эстафета. Сегодня бегали 4-летние дошкольники. И для нас отрадно, что год от года эстафета молодеет. И вы знаете, для нас было замечательным просто открытием, что огромное количество чебоксарских детских садов хотят участвовать. И в этом году этих команд было очень много. И это уже стало хорошей традицией. Я так понимаю, что за пределы города эстафета разрастается далеко. И мы надеемся, что она выйдет уже на республиканский уровень. Участников эстафеты приветствовали министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов, глава города Олег Матвеев, глава администрации Новочебоксарска Ольга Чепрасова, депутаты городского собрания депутатов. Спасибо вам, молодое поколение, которое сегодня присутствует здесь. На вас будущее России, на вас будущее города Новочебоксарск. Вы наша надежда, вы наше будущее. Всем желаю доброго здоровья. Ну и, конечно, пускай сегодня победят сильнейшие. Спасибо всем. После официального открытия состоялся ВИП-забег, в котором приняли участие официальные лица, директора детских садов и школ города. Также эстафету подхватили члены общественной городской организации инвалидов, а также организации предприятия, коллективы физкультуры и спортклубы, СУЗы, ВУЗы, ветераны и школьники. Участвовали в эстафете призы газет «Грани». Участником строительства городского хозяйства. Мы победители. Мы смогли одолеть 4-ю школу и 19-ю. Для нас это, конечно, замечательно. Бежалось сложно, но за счет этой команды, все интриги, поддержки публики, жить все равно легче, как-то с мотивацией, так, с настроем. И в целом прибежали хорошо. Мы очень рады, что у нас в городе проводятся такие замечательные соревнования, как призы газеты «Грани». Мы за здоровый образ жизни. Отметим, что первыми в эстафете газеты «Грани» стартовали дошколята. Всего приняли участие в соревновании 33 детских сада, среди которых были и гости из Чебоксар. Эстафета открыта, и в последние годы в ней регулярно участвуют и жители столицы республики. Активно приняли участие в спортивном празднике и семейные команды. Семьи с детьми дружно пробежали в эстафете. Отметим, что среди них есть и те, кто в празднике спорта принимает участие не один год. 3 года подряд мы участвовали с дочкой. В этом году решили поучаствовать с сыном, так как до 6 лет уже дочь у нас выросла. Решили поучаствовать с сыном. Семья Шариков, третье место. И за 4 года впервые нам удалось выиграть сегодня эту эстафету. Мы счастливы. Наконец-то нам это удалось. Все призеры и победители легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Грани» были награждены кубками, дипломами, ценными подарками и сладкими призами. Ежегодно спонсором эстафеты является провайдер «Нованет», который победителям приготовил сувениры и подарки. Ольга Лазарева, Петр Куприянов, Павел Андреев. Новости Новочебоксарска.